Здравствуйте, я Тимур Жанайдаров, являюсь шеф-поваром ресторана «Жан-Жан». Мы открываем серию передач «Готовить просто и вкусно». Сегодня мы с вами будем готовить зеленое смузи, полезное, вкусное и простое в приготовлении. Для этого нам понадобится персиковый сок, оливковое масло, лист салата, яблоки, зелень и лед. Подготовленный лист салата, уже обработанный, помытый, мы очищаем верхние слои. Они нам не понадобятся. Нарезаем. Убираем середину. Берем яблоко. Достаточно 1/4. Очищаем от кожуры. В принципе, можете использовать с кожурой, но в ресторане, конечно же, все это удаляется. Берем мяту. На одну порцию нам достаточно вот такого пучка. Все это загружаем в блендер. Можем резать как угодно, потому что это все будет пробиваться в блендере. Есть витамины жирорастворимые, есть водорастворимые. Для того, чтобы организм усвоил все полезные компоненты нашего коктейля, нам необходимо добавить оливковое масло. Добавляем лед. И персиковый сок. Пробиваем в течение 2-3 минут. Вы можете также добавить сюда петрушку, укроп, добавить стебель сельдерея, добавить сюда морковь. В принципе, все травы, которые растут у вас в саду, вы можете все сюда добавить. И это тоже будет полезно, поверьте мне. Наш смузи готов. Попадаются кусочки льда, но это не страшно. Для своих любимых вы можете украсить веточкой мяты. Приятного аппетита, просто и вкусно!